Наталья Милан. Миланская опера «Ла Скала». Короче, да, будет? Грозу, Шаляпин. Были всякие знаменитые певцы. Это вот Миланской оперы здание. Малышев. Кирова. В самом Миланской опере, в зале, сверху на балкон смотрим. Снимать запрещено. Так цихаря засняли. Небольшой. Это сцена Миланской оперы. Вот Карузо, Шаляпин. Под балкон. Театр «Ла Скала». Где пели международные знаменитые певцы. Шаляпин, Карузо, Поворотти, Роман Шулаков, мой земляк. Константин, да? Константин, Константин. Ничего. Такая декорация. Вот, да, музыканты. Малайки, скрипачи, прочие, баянисты. Баянисты, скрипачи. Театр «Ла Скала». Он прошел трамвай, рукой «Театр «Ла Скала». Вот я сейчас стою на уровне его. Вот, стою на уровне его. Снимает. О, люди. Такси. Ирландское такси. Этот Ванди Коммерсале. Туристов много. Мотоциклеты на мотоциклете. Да. Парк Леонардо да Винчи. Напротив театра «Ла Скала». Он стоит с новосибирским гармонистом Анатолием Сергеевым. Татарского района. На Сибирской области. Земляком Геннадия Логина. И прочие. Ведущего артиста. Не, я уже все кончаю, я уже снимали, все. Вот если бы не... Да. Парк Леонардо да Винчи. Напротив театра «Ла Скала». Он стоит с новосибирским гармонистом Анатолием Сергеевым. Татарского района.